общем, так или иначе, у Spirit of Peak максимально экспериментально. Друзья, давайте голосовать. Посмотрим, да, кто эту игру заберет. Посмотрим. Аппарат стоял, по хп просто было все вроде в порядке. Ну и вот так вот за секунду, друзья, лопают. 1-0 становится в пользу астеров. КК забирается первых, забирать сети, потому что могут и забрать их. Астеры нападают на коллапса. Очень ему больно, его заберут, друзья. Это будет минус коллапс, нужно постараться разменяться. КК еще уходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще и ушел КК. Видел матч, да? Как Ятора собирался в том матч? Скажи, пожалуйста, если он умрет сейчас. Тут Ятора умрет, но это право Астера. Друзья, 8-я минута, 3000. Че, потерять непошка, что ли, еще здесь? Да неужели? Какой урон! Серьезно залетает, нажимается стики, но это его не спасает. 4-0. Ну вот готовый только поставили варту, видели мипошку. У кого нет еще есть бласт, поэтому можно нападать. Палец жалеть, нет. Минус Ятора, 5-е убийство. На мипошку полетели, остановили, убили. Минус мипошка. Просто вот это вроде бы круто, да, когда у тебя три кора шикарно идут, но у вас аур будет мало. Возможно астера минус Ларри. Вывозит, да. Опасно, но вывозит. Вышку дефает. Вышка на топе упала. Нападает на Рубика. Неужели будет первый кил? О, чудо! Поздравляем команду Team Spirit с первым убийством за... Так. Рубика. Ну, Рубика убьет. Ну, это как бы, да, второй килл. В два раза Рубика убили. Ну, молодцы, пацаны. Но, с другой стороны, Спирит нормально у нас пушат. То есть, они... Остается 400 монет, есть хекс, врывается на Ларри. А подкоп полетел, палец забирает Ларри. Там иллюминейты сбоку бьют Мане, Мане забирает. Размен происходит неплохой, кири на митера, почему нет? Не, ну может, правда, может человек просто, человек гастриту спрашивает, может последовательно захотел. Может быть так. Так, здесь подкоп. Ну вроде бы все в порядке, Мане прогоняют. Должны забирать Аегис. Ятора в итоге рассыпается. Опять Ларри быстро, очень он полно. Аегис плюс сыр. Все, команда Team Spirit сейчас. Ятора, айсбласт Мане. Мане нажимает там БКБ, отступает пока что. Начинает бить Ятора, но он крепкий очень. Его очень трудно убить, забирает он КК. Ятора, старайтесь играть около Ятора. Все, пожалуйста, пускай он убивает героев. Он бьет Сумаила. Сумаила, можно постараться забрать Сумаил в таверну. Минус Сумаил, минус 2. Вот. Не уходи, Ятора, от команды, а команда. Увидели, Рор залетает на Мане. Найсбласт пошел, Айсбласт не очень удачный. В итоге нулифайр, Ятора пинает. Ятор рассыпается, ну Ларри, давай, бери игру на себя. Потому что Ятор точил очень долго. Этот матч фисты забирают пока КК. Но это, конечно, мало, нужно больше. Вот, XXS можем пробовать забрать. Он уже без БКБ, БКБ у него, в принципе, нет, без манты он. И в итоге минус XXS, шикарно. Дальше полетели вперед, Рубик ворует, Ремнант отступает. Ну... Знаешь, что надо, надо? Минус мипошка. Так, ну если убить Сумаила, то это просто шкипики будет сейчас. Это будет просто шикарно. Убейте Сумаила, Сумаила, добить Амане. А ну-ка, давай-ка лови их. Минус Рубик сейчас будет, забирает Рубика. Телепорт бить нечем, Мане БКБ улетает. Хо-хо-хо-хо-хо. Конечно, и... Потому что так и есть. Так и есть, Ларри нажимается по нему подкоп, отступает он, Ятора нажимается манандрейн, шардовый коллапс, Рора нет, не будет, милишный брак начинает сыпаться, лупит его Ларри, лупит его Ятора, ну и вот так вот, в итоге хекс, КК, Ятора настреливает спрей, больно очень бьет, до свидания, КК, выкупается обратно Леон, так, смотрим. Вот ТВ играли вот с Бристубэком и очень стригли похож. Также вот быстро все это дело работает. Но тогда Бристол был вместе здесь. Айсбласт, друзья, хороший будет. В двух героев залетает минимум. Он какая больно, минус он после байбека. Забирает Сумаила, фантастик, спирит, при побежали. Дать нужно, но Мане уходит. Рубик у нас там на шмотках прыгает нейтральных. XX. Дальше пошли. На третью сторону. Делать мне грипов. Заканчивать эту карту нахрен. 20 секунд у вас еще есть, ребят. Работаем. Ятора бы какой-то подхил бы еще. А какой-нибудь бы ему подхил. Неприятно, Ятора. Но пока ты его бьешь в спину, ты просто рассыпаешься. Минус Мане. Мане у нас с байбеком укупается. Нападает на XXS. Он также с байбеком. Я думаю, то, что, в принципе, нормально спирит еще получили. Даже без мега. Отлетел. У него есть сыр. Подожди, сыр не у него уже. Все. Сыра дали кому... Я вообще не ладно, не важно. Не важно, драка продолжается. Ятора залетает, бьет, как бы моментально умирает. Айсбласт, лети хорошие. Он споет героев, да, просто им выключит. И ГГ, все. ГГ, спириты выигрывают тяжелейшую, мне кажется, игру.
Они старт... Игра уникальна, абсолютно. Начиная с пиков, заканчивая, да, этими сборками интересными. И шансами доты, то есть уникальная игра, но... Вообще, если подумать, Лишрак нормальный герой против Сларка. Вообще неплохой персонаж. То есть у них по фарму было все хорошо, как ни странно, но не хватало аура. Тут, друзья! Нет, умирает, кстати, Мирослав в итоге. Но если маны разменяется коллапс, то уже более-менее. Но не разменяется, вот такой внимательный, запасливый. Кстати говоря, тут сейчас будет выходить на какая, будет его бутылец. Есть подкоп, есть хекс, есть продолжение, которое достает и накрывает. Какая второе убийство команды Team Spirit? Пытается уйти, спасается, нажимаются массовые телепорты, и там релокейт скоро кончится, поэтому они улетят вдвоем с Ларком, остальные вроде бы уходят, Ларри, его бустанули с ржом, погоня за какао, у него КД телекинезик, и это будет минус КК. Поэтому, наверное, я выберу все-таки больше Етора в мид. И здесь, на Етора, поймали Етора, бам, поймали Етора, нажимается Дум, вылетает релокейт, 5 героев. Ну, конечно, без шансов. Прикрывают. Много молодцы Астры. То, что вышли, наконец-таки. Не знаю, как Сларк будет здесь справляться. Ой-ой-ой, красота какая, а. Красота. На Ренанте поймали. Забирает Сумаила. Сумаил в таверну. Астры начинают идти на охоту. Ятора. Есть Орчит. Ну, все равно Дум будет по нему. Орчит был использован в Сумаила. Забирает Ятора. Ятора... А там, да, казалось, что шансов вообще нет. Там и крипы были, о чем речь вообще. Все что угодно может камбэк. Мы это уже в этом убедились, уже в этом патче. Сумаила поймали, Сумаила больно. Но улетает на Ремнанте, подхиливает его здесь Шарик. И минус КК. Там увидели XXS'а. XXS'а ловить, бить, подкоп. Нажимается, стан сверху положили. И это будет минус XXS, минус 2. Дальше можно вышку скрывать тир 2 на боте. И уже думать спиритом о том, чтобы сломать потерошечка. Уже можно думать об этом. Линза готова у Рубика. Поможет она ему или нет, это мы не знаем. Нападает на Сумаила. Сумаил, подкоп, хекс, тандляр. Парень забирает Сумаила. Еще одно убийство от спирита, прекраснейшее. Ну и теперь можно вообще его назвать Лариса. Хороший, 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 хороший. Где же ты? И вот так вот сейчас будет. А дебляется подкоп. Опа, полетел подкоп и хекс, но не по таймингам немножко. Нужно было с хекса начинать на Сларка. Нужно было прочекать, что у него БКБ. Падает и КК. Манестки улетает в окоп. Телепорт, друзья, чей отменил, чей сбился, так и не понял, что он делал. В итоге минус 3 и... Когда 5 на 5 резко, ничего невозможно. Поймали, Сумаила. Хватит им урона. Орч, пальцы полетели, стам продолжается от Ларри, забирает очень быстро Сумаила. Никс-XS забегает, пытается дать Дум, ну дает он его, с другой стороны там бластон нажимается, пульс снова активно, поэтому проблем не испытывает здесь никаких Лишрак. Минус есть еще один, ну сдавайтесь, сдавайтесь, давите их, пацаны, заканчивайте эту игру, мужики. ГГ. GG, друзья, 2-0, я думаю, что, скорее всего, Астеры просто поплыли после прошлой карты. Хотя, с другой стороны,